привет. Всем привет. Так, нам оставили в комментариях. Эй, привет, у вас хорошие реакции. Было бы хорошо увидеть вашу реакцию на Димаша Кудайбергенова. Что такое? Первый тур, сосли, второй тур. Наверное, он в какой-то программе участвовал. Ну, давайте посмотрим. Димаша, первый тур СОС. Давайте. Димаша. СОС. Говорят, что очень какой-то крутой певец. Что из них выбирают? Это что ли? Нет, что-то... Мне кажется, не имеет значения клип, ну, как бы картинка, или имеет значение песня, или... Вроде тоже кита, он, видишь, в Азии выиграл, говорят. А клипа нет на эту песню? Клипа, наверное, нет. Не само выступление. Ну, посмотрим тогда само выступление, что делать, да? Самое первое, самое последнее, да? А нет, 4 недели надо было, 4 месяца. Ну, да, либо... Не знаю. Ну, включим это. Он такой симпатичный. Это какой-то китайский передача, что ли? Нифига, у него чистый голос. Вот китайцам очень нравятся такие голоса чистые. Вот как Не, ну такие, да, он реально круто поет. А, видишь? А он коза. Вот нифига он берет. Как будто несколько людей поет сейчас. Тут неловкий момент, когда даже клип не нужен. Да, просто он может дать билет. Спасибо за совет. Комментарий. Отличный пес. Нифига у него вообще реально такой высокий. Французский, да? Так, нифига себе. Это кто-то там плакал от счастья? Ну, не знаю, это может быть, конечно, перепел Витас, но не хуже точно. Ну, во-первых, Витас уже давно не молодой. Новое поколение не то, что на пятки наступает, вообще уже проходит. Вот он вообще не базит. Напрягает ничего. Такое ощущение, что это женщина поет. Охренеть. Сколько ему лет? У него, когда у него была мутация голоса, его это вообще не коснулось, судя по всему. Может быть, ну, конечно, если заниматься, там особо сильно не меняется, но не настолько. Вот! Человек плачет вообще! Мне вообще жарко стало. Уже низким голосом. Короче, и девушка может играть, и мужчина здесь. Сопрано, и бас.
она английская. Теннер. Минута славы. Можно идти, на голос идти. Да ему можно вообще уже никуда не идти. Он может в Китае остаться жить, а не будет его боготворить. Еще чисто так, конечно, что они там делали со звуком, но вообще чисто. Найс, конечно. Ну да, конечно, стоит. Стоит его приветствовать, аплодировать. Ну нет, прикольно. Конечно, Китай в шоке. Офигенно. Мы тут сидим в шоке. Китай там вообще, наверное, все ползала описалась, ползала разрыдалась. Что еще хочется посмотреть, уже там был СОС, а сейчас еще какая-то была там, что они там нам посоветовали, а Опера 2, а Опера 2 это... Опера это же Витас, Опера, а он как бы Опера 2. Ну ладно, ну в следующий раз посмотреть, всем пока.